И привет всем, друзья, вы на канале Seis Optimus. Сегодня у нас обзор новиночки петард. Да, друзья, скоро начинается у нас сезон. Ленту мы откладываем, потому что у нас она уже была. Мы ее поснимаем в слоумо. Зевс вы все помните. Зевс четкая, короче, петарда громкая. Вот, мы ее тоже испытаем и сравним со всеми вот этими новыми петардочками. Что я приобрел? Тайфун от Favorite Pyro Group. Вот такая вот коробка. Я даже еще не видел, что тут за петарды лежат. Но мы все на этом обзоре откроем, вскроем и проверим. Так что не переживайте, подписывайтесь на Seis Optimus. Если не подписаны, на Seis Optimus 1 телеграм-канал. Там выходят у нас картинки, видео, фотки. Короче, все, что было у нас в видосах. Всякие фейлы и приколы. Так, ребят, что у нас дальше? Пума, вот такие маленькие петардочки, но, надеюсь, они взрываются все-таки громко. Понятно, они не мощные могут быть, но все равно очень прикольно выглядит тоже от, чтобы сказать точно, да, от Favorite Pyro Group. А также, ребят, мы сейчас посмотрим небольшую рекламу, где я это все купил. Такой магазин крутой, вот такие разнообразия петард там, вообще очень круто. На Авито еще есть предложение от этого магазина, так что подписывайтесь на их канал, на телеграм-канал, на Пиробум в ютубе также подписывайтесь, ребята. А дальше, что я уже купил в магазине Пиробум у ребят, это пиратка B104, вот такая вот пиратка. Новинка у нас не было такого на канале. Фитиль уже даже сразу могу сказать, что он у нас крепенький. Дальше. Сундук мертвеца. Вот это да. Вот. Ну, не знаю. Вот 5-15 секунд замедления у него фитиля. Проверим тоже, посмотрим. Вот таких 6 штук петард. Фитили толстые, длинные, хорошие. Погнали дальше. Вот этот, я думаю, будет из всех, что мы сейчас посмотрели, будет самый громкий, потому что, ну, по петарде, конечно, не судят, по большой прям, но мне кажется, что вот этот петард, петарда под названием Смерч, прям нормально будет. Фаворит Pyro Group. Вот такие петардочки. Ну, давайте вскроем первую. От фаворита вскроем. Посмотрим, как она лежит в руке. Ну, достаточно большая петарда. На пол ладони у меня. Для кого-то на всю ладонь, может быть. Фитиль длинный. Качественный. Так, что написано у нас здесь? FPC или ПК-653. ЗАП 1К. Вес 2 грамма. Или не вес 2 грамма. В общем, вот такая петардочка. В следующем видео у нас будет тест этих петард. Так что подписываемся, чтобы не пропустить, ставим колокольчик, чтобы увидеть первый видос. Дальше. Тут упаковочка прям добротная. Фиг проколешь ее. Вот это толстый пластик. Так. Да, прям такой толстенький. Качественные. Итак, пиратка B104. Фитиль тут чуть коротковат, но он вот жесткий, прям очень жесткий. То есть мы ставим, не забываем, да? Поставили, подожгли и убежали. То есть из рук вот такие короткие фитили мы не кидаем, запомните. Также мы проверим.
на тесте. Блин, пластик, да этот целлофан такой толстый там. Нормальный, качественная штука. Так, отложили. Дальше, что мы откроем? Давайте сундук мертвеца. Тут еще написано B101. Такой же пластик. Ну, целлофан. Добротный. Артикул B101. Фитиль неимоверно большой. Вот какой фитиль. Также толстый он. Но вот здесь чуть-чуть как бы болтается. Но так по себе толстый, такой качественный. Вроде бы нормальный. Так. Здесь заглушка у нас пластиковая. Вот такой вот сундук мертвеца. Также интересно будет посмотреть, как послушать, даже как он взрывается. И погнали дальше. Пума. В принципе, тут вскрывать не надо. Маленькая петардочка обычная. Вот такая. Фитиль хороший. Можно, в принципе, не призывая, можно и с рук бросать. Я еще не знаю, как она взрывается, конечно. Если она прям мощная, то лучше еще ее надо будет ставить. По-любому. Вот так. Так что, очень интересно. И сколько здесь их штук? Давайте-ка я посчитаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Тут 20 штук. Неплохо. Очень нормальное такое количество. Так, это мы уже сказали. Ну, лента пулеметная. 100 штук. Понятно. Кстати, скоро привезут ленты 1000 взрывов. Или там 900, по-моему. Вот это мы возьмем. По-моему, столько. Или 500 взрывов. 500, по-моему. Тоже мы возьмем. Вот. И напоследок, сейчас мы откроем тайфун. Тоже фаворит Пиро Групп. FPS или FPC 648. Вот такие вот. Здесь обычный телефон. Такой немощный прям. Ну что ж, открываем вместе с вами, смотрим, что тут за петарда интересная. Ага. Оранжевого цвета. И сколько их тут штук? Так, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Тоже 20 штук в коробке. А, нифига себе, они чиркальные. Ты их чиркаешь только обо что. Или тоже, ну, можно поджечь тоже. Прикольно. Ну, тоже длина. Длина вот, вот до сюда. Вот до сюда пустоты. Вот, а так интересно, петарда надо посмотреть, что она может. Петарда терочная. Угу. Импортер, продавец, фаворит Пиро Групп. Город Брест. Республика Беларусь. То есть все это белорусские петарды, друзья. Вот. Вот такие петарды мы закупились. Так что подписывайтесь. Те, кто старые подписчики, я не забываю про вас. Мы делаем ролики, закупаемся новыми петардами, будем что-нибудь взрывать. Пишите в комментарии, что повзрывать интересненького этими петардами. Может быть, вместе даже их можно взорвать. Вот, так что подписывайтесь на Сейпс Оптимус 1 телеграм-канал, на второй канал Заблудшие Души на Ютубе, на телеграм-канал. Вот. Всем удачи, всем пока. Комментируй, не забываем.